На фестиваль «Золотой шлягер» в Могилев Алиса Мон приехала в 5 утра и тут же похвасталась гостинцами. Но у меня есть «Золотой шлягер» и бриллиантовый под названием «Алмаз», поэтому, естественно, я должна была приехать. Пару часов сна и на пресс-конференцию. Разговор с журналистами начала с признания в любви. Я вообще люблю Белоруссию. Знаете, за что? За то, что вы храните все свое. Вот все свое. Натурпродукт. Я сегодня легла спать, думаю, что такое шершавенькая постелька такая. А в темноте же не видно. Льняная, просто льняная наволочка. Вот как тут. Приятно просто понимать, что это все ваши руками. Фестиваль по счету 13-й. Для Алисы это число счастливое. Ну, надо сказать, что цифра 13 вообще меня сопровождала, когда снимали «Алмаз». Это была просто роковая цифра, которая все время преследовала. На времени там 13-13, номера 3. Ну, единственное, что в Америке не принято иметь 13 этаж, его просто нет, да? И вот это единственное. А так везде было вот просто цифра 13. Так почему же «Алмаз» стал шлягером? Певица раскрыла секрет. Потому что денег, во-первых, валено было немерено. Да, действительно так. Потому что «Дважды два» тогда канал существовал, который крутил «Алмаз», по-моему, 6 раз в сутки. То есть это... Но до телевидения на радио вообще никто не брал. И на русское радио в первую очередь и в том числе как бы тоже не брали. И вот только тогда, когда, извиняюсь, по всем каналам пошел «Алмаз», да, по телеку. Тогда только... Тогдашний программный директор и генеральный продюсер Степан Строев сказал, что... Что у меня все полки завалены такими песнями. Точно такими же песнями. Зачем она? Точно таких песен целые полки вообще. То есть все дело в ротации? Да. Рядом с певицей ее директор Константин Бубнов. Во многом благодаря ему сейчас Алиса Мон начинает новый этап своей карьеры. Готовится к выпуску альбома и снимает клип на новую песню. Называется она «Скажи, любовь». Там просто есть некая фишка, там рэп читает, кусок рэпа читает и написал, собственно, текст к песне «Мой сын». Не, ну молодежь вообще просто такой кураж зацепить. Вот да. Зацепить молодежь, да, вот... Костя меня ругает, что я говорю, там я женщина в возрасте уже там. Я женщина. Ну это, кстати, новая песня. Но мне очень интересно, да. Новая песня в возрасте, да. Мы сейчас завтракали уже. Не, ну есть песня там «Мужчина с биографией», а это будет «Женщина в возрасте». Небольшая распевка. And I promise free, our radio floor. И на концерт. А после Алиса не сдерживает эмоций. Обожаю. Обожаю. Давайте будем оставаться вместе. И быть всегда рядом. И быть искренней, друг другу желать добра, любви. Мнение артистов и подробности закулисной жизни фестиваля смотрите каждый будний день на утреннем канале. Просыпайтесь вместе с нами, чтобы узнать все самое интересное о фестивальной жизни.